все взяли? Ничего не забыли? Да, вроде нет. Ничего не забыли? Саня, ничего не забыли? Ничего не забыли, Коля? Нет. Ну, пошлите. Попить не взять, зай? Попить не взять больше? Через пешеходный переход налево и туда напрямик. Раз. Именно вот архитектурное решение, как бы. Вот сюда Дарина поступила. Мурманский педагогический. Вот здесь вот. Здесь нам направо. Ну, площадочку начали строить. Шахану скину. Сейчас в канун этой жары, смотрите, когда вы перегреваетесь, солнце жарит, если вы не ХБ одежды сверху, как бы нету у вас, да? Ожоги покраснело, пот перестает выделяться, а организм не охлаждается. Думаю, что направо посмотреть надо еще тут. Оттуда заворачивать нельзя, но все-таки. А вот тут я раз упал, короче. Монументальное все. Да, правильно. А нам налево. Что здесь налево? Построим.
Ну, вон туда вон. Можно посмотреть заодно тут, как бы, чтобы... Был тут Санька? Нет. И тут Великой Отечественной войны фотографии тех времен. А, сейчас еще историю расскажу. Давайте к трубе к этой подойдем. И вот если посмотреть с левой стороны фотки, видите там, да? Как Мурманск после налета выглядел. Там в самом длинном доме. Ага. Написано даже типа 1940 года. Ага. А мы загуглили, и конкретно в Мурманске закончилось в 44-м, а в общем, в целом, в 45-м. Кто что, жарить будет? Думаю. Сосиски. Если да. Мусор в эту штучку складывает. Что такая штука? Овощи, фрукты берете, когда с собой?
это самое, как его, дома мойте. С магазина они не очень как бы это самое. Чисто их обрабатывают, чтобы привести хорошенько. Я сегодня, когда собирался, я хотел сало взять. Смешная ситуация, вроде какая-то самая. Можно жарить постепенно, там место выбирайте, где вот оно такое. Ну, ты же с горячего места забирал, да? Поэтому она горячая. На угли, она будет работать лучше, только легкие не выплюньте. Острый? Да нет. Мы его как раз вот под сосиски пошли. Да. У вас есть ларис? На столе, смотри, хорошо.
А, Даринке отдай. Куда его деть? Эти тоже грибы не едят. Не едят? Нет. Это ж как они называются, Дарин? Может, это березы?
Это под березой и под... А красный? Сыроежка. Красный, красноголовый. Либо под, под осиной. Это ведь черника. Это? Да, это черничка. Но их надо проверять, как бы. Разрезать вот так раз и смотреть. Я не буду ее искать. Я боюсь. Покушали? Да. Наелись? Все, он вас сделал всех. Словно высший суд для ребят, что сейчас растут, и мальчишкам нельзя судьбу открыть. А чем они рыбу достают? А? Чем они рыбу достают? Можно на утро хлебушка бы оставить было. А у нас остался вроде, да? У меня тоже остался. Хотите покормить? Да, можно, да. Давайте. По цепочке передайте, что налево к уткам. Налево. Тебе хлебушек убрала, да? Да, вроде. Ага. Доброжелательно. Добрый мальчик такой. Да-да. Хочет пожарить, короче. Я бы не советовала голубей жарить. Красавчик, красавчик, Санька. Они большие, кстати. Ну да. Кто-то из тех маленьких, что мы раньше видели, вот они сейчас это большие уже. Прям вокруг вас ходят. Они привыкли, что здесь ходят. Кидаешь ты далеко, они туда и плывут. Мне кажется, скоро будут плавать.
Цветули, 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 цветули. Красивые? Да. Какие? Изящные. Молодец, красавчик, красивый. Слава знает.